Короче, съела эту шаурму. Удовольствия я не получила, больше брать не буду. Больше вкусно пахнет, знаете, чем вкусно есть. Да. Не буду больше брать такое. Опять еще мимо кафе прошла, все занято. Думаю, что елки-палки. Там всем тупо не сидится. Тоже есть хочу. Причем, знаете, очень много родителей с детьми сидят. Колясками. Так что в Москве вроде паники нет. Все тихо, все спокойно. Докладываю вам обстановку. В маске за всю свою прогулку я увидела только одного человека. Увези меня. Все. Так. Сейчас еще в последний детский магазин зайду. И все, пожалуй, зайду в машине. Обсуждают твою вторую беременность. Да. Это же прекрасно. Ты спишь. Эти машины тут поймут, они туда едут, то ли стоят. Кстати, у меня у ребенка на лице, знаете, что появилось? Даже не на лице, а где шейка, вот здесь, как подничка или что-то такое, мама мне сказала, похоже на подничку. Такие как мелкие прыщики, но не прыщики, просто мелкие такие покраснения. Вот. Скажите, что делать, потому что нам скоро к педиатру. Хотелось бы уже к педиатру прийти, чтобы этого не было. Вот. Но мне кажется, это она просто потела в коляске. Когда гуляли, ее тепло одевала. Может быть, из-за этого. Лучше, да, что тут? Я вот не пойму, зачем в эфир выходит. Ой, я не понимаю даже. Так, присыпка и все. Ага, и пантен. Просто вот я сейчас стою возле аптеки, что мне заходить, не заходить. То, что вы мне скажете, мне интересно. Что-то ты поела? Не-не. У меня вообще она не аллергер. Не аллергик. Бипантен. Фенистил капли. А фенистил капли ты зачем? Потому что дома готовишь, а только в кафе питаешься. Ну, дома тоже готовим. Присыпка. Искупайте в череде. Ну, я в специальной в этой такой соли детской купаю. Вот. Можно еще череду добавить. То, что так было на спинке, подделочку да в одежде. Спал, мы просто в памперсе, теперь спим без одежды. Ага. Вазелиновое масло или крем Johnson's Baby. Нет, Johnson's Baby мне вообще не нравится. Это, знаете, это прям такой какой-то состав отрава. Так, пипантен. Так. Фенистил этот аллергии зачем? Ну да, я тоже не поняла. Пипантен это потничка, раздражение. Ну вот да, как раздражение такого ребенка. Еще вы рекомендуете тебе пантен взять. Можно сюда зайти. Так, я пойду еще про этим, по детским магазинчикам пройду. Хочу в Рим зайти. Так, это взрослые. Сейчас вот так вот по рядам пройду с детским. Вот, можно еще шапку можно еще посмотреть. А, хочу еще мелкой купить эти куртки, там, штанишки теплые. Ну вот, чтобы вот сейчас потеплее носить, да, чтобы вот с зимнего комбеза уже уйти. Вот. А что в таком, для такого возраста? Не знаю, мне кажется, это, наверное, вот куртка какая-то, да, теплые штанишки. Вот, пипантен не помогает. 10.1 аналог суперкрема. 10.1. Скажите, когда плюсовая температура полугодовалого ребеночка, во что уже можно одевать? Вот. Ну, когда так, плюс 10, вот так вот. Что одевать? Наверное, куртка и теплые штаны, правильно? Так, бипантен хорошо, вещь всегда пользуюсь. Что бипантен очень хорошо помогает, а это то, может, чуть-чуть подтело мое было. Да. Все это попробовать. Спасибо.
был в бане отцы. Бифантен помогает было так же. Очень непонятно, а лучше весенний комбез. А как понять, что это весенний комбез? Правда, вот я стою в ступоре, что я на эти куртки смотрю, как знать, теплая, она не теплая, я не понимаю. Легкий комбинезончик можно одевать. Так, Ленка ломать, все подсушивает. Ага. Так. Фикс, пантено, очень хорошо помогает. Лучше комбез видный, маленькому ребенку удобно. Так, комбезик можно весенний, удобно. Один сезон на комбез, рано еще в куточку переодевать. Ага. Масляный витамин А, проверенный, заявите, кому это очень понравилось. Источники слитные комбезики, ага. Комбез слитный на мембране. Чтобы он не на пупку был. Ага, ищите бирку с указанием температуры. О, точно. Логично, спасибо. Так, комбинезоны есть, вода минус 5, нормально для весны. Так, Рейму, все, что с мембраной малышам не подходит. В нем холодно, неподвижным деткам. Куртку, джинсы. Так, на фирменных всегда пишет температурный режим. Так, комфорт, комфорт. Приветики, приветики, здравствуйте. Почему не говорите имя? Угу. Ну, вот так, не хотим. Дочки раздражения. Ну, тип такого, знаете, как потничка такая. Как мелкие прыщики, но не прыщики. Такие маленькие красненькие пятнышки. Мелкие-мелкие. Вот, почему я вас услышала. Спасибо вам, девчонки, за совет. Может, тоже наш эфир кому-то пригодится. Я вас сохраню. Мне кажется, сейчас преступление по сезону в Гулливере там на малышей. Вот я в Гулливер хочу зайти, я очень люблю. Так, фирменных вещей из таблицы на куртке, температурный режим. Спасибо. Все, люблю вас, целую. Побежала дальше.